минус 150% опыта. Че у него с лицом-то случилось? Садись верхом на скелет. Че, даже ничего не началось, я уже отъехал. Че? Че это было? Подписка, колокольчик. Сейчас я продам всякую хрень. А вот это лучше. Сейчас одену я. Ой, я случайно. Ай, не могу одеть. 34-м только. Ладно. Хорошо. Сундук. Ча. Че в этой игре стамина есть вообще? Я чуть не замечал даже такого момента. Видимо, да. В статах есть стамина. Продать. Все. Пошли. Так, это мы куда направо? Ну, влево вверх. Highland Graveyard. Ну, или кладбище у тебя, наверное, должно быть что-то такое. О. Так, у меня есть маг. Один. Вот и второй. Все. Все, копстоп компания. Да. У них 91 тысяча холсов у каждого, по-моему, что-то такое. Я только на следующем уровне скилл получу. По-моему, хп дальше у них уже не растет. Мне так кажется. 81 так и осталось. А, это 81? Ну, это при том, что я пассивку 3 раза прокачал. Может, их перепризвать надо? Сейчас посмотрю. Ну, ладно. Они что-то не перепризываются, не хотят. Ну и ладно. Подписка на перепризыв закончилась. Да. Так, босс уже в ожидании. Пойдем. Оправдывать ожидания. Банка Пепси опять. Я ее брать не буду. Я помню, что она бесполезная. А, я не... Понятно, я мискликнул. Стою и думаю, а что ничего не работает? 39 уровень монстров. Твоим скелетом, похоже. Они флексят. 36. Классный баф. Минус мув спид. Спасибо. Ковры у них, конечно, интересные. Красные такие. Где могут ее? Смотри, из колонны кусочки вверх летят. Прикольное место. А, минус 150% опыта. Вот это баф. Давай-ка постоим минутку. Пойдем. И чё? А нам не хватает, чтобы босса призвать, да? Где крипы? Никак, да? Я понял. Да, это было странно. Какие-то странные тут мобы вообще присутствуют. Все, есть бокс. Пойдем. Здорово. Нихуя, это я ему столько снизу. Наверное. А че у него с лицом-то случилось? Я, короче, сейчас много скилл получил. Перераскинул очки в него все. Понятно. А че? 18 тысяч урона на скеле написано. А че, так можно было, что ли? Перераскинул очки. А там можно часть скинуть или все только разом? Все скидываются. Ля, 5000 голды. Слушай, ну это обидно, конечно. Хотя... Ладно, скину. Мне понравился этот вам пачмент. Скелетов качаю. Все, нормально. Теперь они должны быть еще сильнее. О, у них то ли 88, то ли 99 тысяч, я не понимаю эти цифры. Я слышал сейчас очень странный звук. В смысле? Не знаю, какое-то уханье из порнухи. Странно. Сколько у них, 100 или 90? Ладно, неважно, короче. 85-ка. 85? Блин, как ты различаешь? 4К гейминг все дела, понимаешь? Да? У тебя монитор 4К, что ли? У меня матрица с поддержкой 4К. Это что значит?
Это значит, что она не 4К, но 4К способна выдавать при желании. Интересно. И что, ты на 4К играешь? В Soul Worker на 4К играл. В Lost Ark не... Ну, это да. Теоретически успехом тебя. Я бы не стал Lost Ark на 4К играть, ну нафиг. Я его запустил, типа, даже на гвардацах делал, это очень жестко. За мной какая-то царевна лягушка теперь ходит. Я поднял этот сюрикен. Ничего не произошло. Ух, ядрит Мадрид, а? Мы на какой-то движущейся херне. Угу. Или рельсы едут под нами. Одно из двух. Как вариант. Просто бегаешь и всех ваншотишь. Как мне это нравится. Крипом, блин, какой-то наплак. Что-то стало мувспида не хватать. Садись верхом на скелет. Скелет лошадь. Ну, увы. Да и нафиг она нужна. Лучше какие-нибудь стенные ботинки. Нормально, слушай. Ладно. У тебя сколько хп? 4600. О, у меня 4300. Жирный. Да я не знаю, что он такой жирный, странно. У меня случайно получилось. Ё-моё! А где босс-то? Я даже не заметил его. Что случилось вообще? Ничего, я ушел. Он потерялся вообще. Я на 48-ю пассивка, которая на 50% чистый урон увеличивает. То есть вот это еще увеличится в полраза? Понятно. Ну, ты хотел бы успеть. Угу. Ну, мана. 15%, правда, вообще незаметно, но хоть что-то. Но он заменит тот. Должен. А, нет? Ну, ладно. Я думал, эти статуи одинаковые, то они заменяются, но нет. Поехали. 93К я слышал, Тимкин. 121 тысячу миллионов. Твой дамаг? Да, это жестко. Здесь он же. Надо только теперь позиционку правильно выбирать. Да ну! За что? Еще даже ничего не началось, я уже отъехал. А, я без самонов остался. Ну, за что? А, все, нормально. Пойдет. Мне шмот не влазит. Обида? Мы снова в первом городе. Так, надо продаться. Все. Delicious. Так, ну что, пойдем? Нам, наверное, в Небинаду опять нужно. Ну, пойдем. А мы убили босса тут вот или нет? Убили. А... Че, почему тогда сюда? Я не знаю. Пойдем. Надо, наверное. Ничего не понял. Ничего не понятно, но очень интересно. Мы заходим в портал и в стартовой деревне оказывается. Так, ну значит нам, наверное, все-таки не сюда. Так, ну. Значит, нам не вниз, да? Наверное. Хотя показывает, что прям вниз. Че за хрень?
А, слышь, может, надо квест какой-то сдать там туда-сюда? Нет, что-нибудь такое? Хрен. Ну, кстати, тебе нужно сдать на кого-то эксплет. Я всю твою рыбу шугаюсь, вот эту. Я тоже шугаюсь. А там... А как это вообще юзануть-то? Похуй. Причем она уже заюзана. Да? Ну ладно. Не очень-то и хотелось. А что делать-то? Вон мобы. Ой, опять могу по воде ходить. Ну, в данной ситуации по кровищи или по лаве. Я не знаю, что это такое. По лаве. Не, ну давай рассуждать логически. Что происходит, когда мы убиваем босса? То есть нас пускают в следующую локацию, да? То есть мы вот зашли. И чё? Может, там есть проход дальше? Может, типа... Нет? Кроме того, что я исчезаю. Что? Где-то в центре. Это что вообще? Ты как ты туда вообще зашел? Я, видишь, на облачке парю. Чё? Чё это было? Все, выпаду. Чё за хрень? Так, ладно, я больше сюда прыгать не буду. Ну и чё? Типа... Ну давай попробуем побазарить. Блин. О, стоп. Чё, тебе удалось что-то? Я поговорил с NPC. Короче, смотри. Переходи со всеми NPC и слушай за чудо. Подписка, колокольчик, лайк.